Приоритетный проект формирования комфортной городской среды могут продлить до 2030 года. Сегодня с таким предложением к Минстрою России обратился губернатор Ростовской области в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе. Так, бюджет проекта в ЮФО превысил 4,5 миллиарда рублей. На эти средства в прошлом году благоустроены 492 городские территории. Две из них в Азове и Семикаракорске победили в конкурсе малых городов и получили дополнительные средства на развитие. Но нерешенных проблем немало, отметил полпред Владимир Устинов. Это прежде всего несоблюдение сроков сдачи работ, а также несвоевременное заключение контрактов в ряде регионов. По данным министерства, по состоянию на 9 августа в субъектах округа еще не были заключены соответствующие контракты на 22% дворовых территорий, 48% общественных территорий и 46% парков. До конца года осталось совсем немного времени. Обращаю внимание глав регионов, все выделенные средства должны быть полностью освоены, а работы выполнены.